Единый день информирования прошел в военном комиссариате Гродненской области. С коллективом встретился глава города Мечислав Гой. Актуальные темы – безопасность страны и экономическое развитие города. Кроме того, речь шла про ремонт моста, строительство жилья, школ, детских садов и медучреждений. Обсудили планы по сохранению исторического наследия Гродно и благоустройства набережной. В этом году планируется построить новые гостиницы и увеличить туристический поток, отметил Мечислав Гой. Тем не менее, как и во всех организациях, у людей есть вопросы по части ЖКХ. Вовремя поданная информация – это меньше обращений в вышестоящие органы, это информирование людей в тех или иных случаях, как им поступить. Сегодня я пример привел о кран, который подтекал, так и человеку пришлось обращаться чуть ли не в администрацию президента, хотя это простая работа сантехника, а если он ее не выполнил некачественно, то просто обратиться надо было в ЖЭС. Если его действительно по каким-то причинам там не услышали, да, ну, это городские власти, которые немедленно должны навести порядок в этом, чтобы этого не случилось.